Всем привет! 100 лет не выходил в эфир, ни на Фейсбуке, ни в ВК. Вот, сегодня. Сейчас, как всегда, проеду этот кусок дороги, все. И плохая связь. Буквально тут 200 метров. Выйду на нормальное место и продолжим наш эфир уже на разные темы. Я сегодня тороплюсь, вот, поэтому не написал сейчас тему, значит, эфира, поэтому давайте пообщаемся просто по ходу вообще. Если есть какие-то вопросы, то давайте прям задавайте сразу. Вот, так, ни хрена. Да, сейчас он даже интерфейс поменялся. Прикольно, зелененькие сообщения всплывают, прям конкретно. Да, друзья, хочу всех поздравить коллег фудакановцев, которые были на чемпионате в Набережных Челнах, потому что я сейчас вижу, вот в эфир зашли ребята, мои коллеги по карате, по фудакану, которые наверняка туда вывозили свои команды. Я нисколько не сомневаюсь, что вы, как всегда, ну, я немножко прикалываюсь, конечно, но тем не менее я вас здесь направляю серьезно и уверен, что вы со своими командами привезли очередные килограммы медалей в свою копилку домой. Ребята у вас выступили хорошо, я знаю. Вот наверняка кто у нас тут есть. Так, эх ты, не получается. У Саши Ткаченко вот наверняка ребята выступили хорошо, потому что команда сильная. Вот, не знаю, кто еще зайдет сейчас сюда посмотреть, у меня еще будет. Вот, так что здорово. Хочу Виталию Скворцову передать отдельный привет за то, что он уже на протяжении стольких лет, долгих лет, постоянно проводит различные турниры и чемпионаты, и первенства по фудокан в Набережных Челнах. Это человек, действительно, который профессионально занимается своим делом. Вот, и сам спортсмен хороший, ну, был-то точно, ну и сейчас, я думаю, смог бы, если бы захотел, во всем чем угодно поучаствовать, хоть в кумите, хоть в ката. Вот. А дальше у нас такие интересные новости. Совсем недавно зашел я, вчера, на официальный сайт Союза ММА России. И там, значит, вижу решение, принятое там в отношении инцидента, который произошел на ПФО. И, значит, в PDF, значит, файлах документы о дисквалификации команды Татарстана. Вся команда дисквалифицирована на год. Два тренера, по-моему, если я не путаю ничего, ну или кто-то из руководящего состава. Нет, по-моему, тренера все-таки, да, дисквалифицированы пожизненно, в плане лишены тренерских лицензий и возможности представлять свои команды, если я правильно все понял. Ну, тренерской деятельности это точно, в рамках Союза ММА России. Вот, так что, конечно, в других версиях ММА они, конечно, смогут. Могут уйти в Федерацию Юхтактарову там или еще куда. Там, наверное, из-за скандала, из-за этого их наоборот могут даже принять с распростертыми объятиями, потому что тут есть какие-то цапки, по крайней мере, были раньше. Вот, насколько, ну, известно мне. А что там произошло? Вот я, честно говоря, не знаю сам, но мне сказали, что были недовольны, не согласны судьи, тренеры с решением судей. Ну, это на самом деле сплошь и рядом часто бывает такая ситуация, когда судья, особенно рефери в ринге, принимает решение о досрочном завершении поединка, основываясь на своем видении самой ситуации. Вот. А представители, которые находятся в углу спортсмена проигравшего, начинают резко возмущаться по поводу того, что нифига подобного не было, он бы там еще бы мог, и серии «я дотяну» и все такое прочее. Часто не понимая такого момента, что, ну, реально они просто своего спортсмена подводят под монастырь. Потому что
мере реально виднее ситуация, он видит вот ее прям конкретно. Я сказал бы, что еще чаще ситуация реальнее видна мне, потому что я как врач союза, работающий непосредственно возле ринга, я нахожусь прямо около канваса. И у меня спортсмены дерутся прямо на уровне глаз. Вот моих находится канвас, ну, если наклониться чуть-чуть. То есть я вижу их вот прям вот вообще. Их так рефери не видит, как вижу я. Вот. Ну, рефери в стойке хорошо их видит. Когда они на полу, да, партер, все, там уже мне видней. Это, кстати, очень важно, потому что если происходит какая-то ситуация, да, которая требует медицинской помощи, мне нужно видеть характер травмы, как она произошла, механизм ее, и тогда я смогу оказать реально помощь или поставить правильный диагноз для того, чтобы спортсмен мог быть эвакуирован с скорой помощью в профильное медицинское учреждение. Чтобы не возить его по разным по местам. Ну так вот, я хочу сказать, что как я наблюдаю ситуацию, рефери, на моей памяти, всегда решение принимает правильно. А в союзе ММА очень сильный судейский состав. Прямо офигенно сильный судейский состав. Видно, что они постоянно проходят обучение, постоянно совершенствуются. Ну, бывают какие-то недочеты, но они связаны вот как раз не с оценкой ситуации прежде всего. Они связаны с какими-то регламентирующими моментами, порядком действий, ну, по формальным это признакам. Но в плане оценки ситуации я ошибок вообще не видел. А что касается вот, хотя, наверное, они бывают, просто я не видел. Вот, бывают, особенно это важно на первенствах, когда дерутся дети, которые имеют массу ограничений, а тренера их часто тренируют без учета этих ограничений. Вот, и там надо их останавливать, детей-то вовремя. Ну и молодых атлетов надо останавливать вовремя, чтобы они не проводили запрещенные техники, и чтобы они не терпели там некоторые болевые приемы до такого состояния, когда уже будет поздно. Потому что и так понятно, что все. Прием для стадии самозавершения, вот достаточно там буквально дожать немножко и все. И будет хана. Диапазон кей. Как вот в этой ситуации на ПФО, что произошло? Значит, тренер, говорят, я этого не видел. Вот интересно, может, кто-то видео скинет, не знаю, вот надо интересно посмотреть. Бегал и орал, как невменяемый. Это не мои слова, это я цитирую то, что я прочитал. Скандалил, вел себя неподобающим образом. Тренер, ну, это не имеет самого значения, но в команде Татарстана дагестанец. Вот, даже ребята из Дагестана какие-то, по-моему, даже написали на ВК, на официальной странице Союза Нот ММА, что он вел себя неадекватным образом, и им стыдно за его поведение вот, вдвойне, потому что он типа дагестанец. Вот. Ну, я не знаю, наверное, они тоже вот, наверное, дагестанцы, я так понимаю, да. Им не понравилось то, что вот их земляк вел себя таким образом. Вот. Известно, слушая тренера, боец отказывался уходить. Хотя уже все закончилось. Вот. А вот почему дисквалифицирована вся команда, не приложу. Возможно, что после соревнований было какое-то давление на судей. Вот об этом ничего не рассказывается. Но так как принималось решение на самом высшем уровне, там целая коллегия принимала это решение, кого только не было в этой коллегии. Не только судьи, а и руководство союза. То есть, видимо, там действительно все принималось на самом высоком уровне. Вероятно, было какой-то серьезный инцидент. Может быть, давление на судьи. Может быть, было какое-то вообще плохое поведение в плане мести. Так, кстати, бывало уже. И всегда это... Ну, вот опыт чужой почему-то никому ничего не учит. Дело в том, что это всегда заканчивается плачевно для той стороны, которая пытается действовать вот такими нерегламентированными методами. Ведь на самом деле существует апелляция. Всегда перед соревнованиями происходит... После мандатной комиссии, всегда, как правило, по крайней мере, так делается в союзе, значит, ММА... Проводится встреча с представителями команд, где представители команд могут задать вопросы, и всегда лишний раз напоминаются и разжевываются всякие там узкие места.
И обычно дается всегда ЦУ в плане поведения, если возникают какие-то проблемы с разрешением споров. Как вообще происходит формально разрешение споров и что нужно делать. Подается, значит, апелляция, и она разрешается. Более того, даны рекомендации всем представителям команд записывать поединки своих спортсменов. Вот, и на видео. Ну, хоть на телефон, это сомневаюсь совершенно. Как на что? И эти материалы принимаются к рассмотрению судейской бригады при решении сложных вопросов. Вот того скажу. Последние соревнования вообще записывались всегда еще и, вернее, шли всегда в прямом эфире. Их записи можно всегда посмотреть в прямом эфире, либо на странице официальной союза ММА ВКонтакте. Либо на Ютубе, по-моему, их можно посмотреть, пройдя по ссылкам, которые есть на официальном сайте Союза ММА России. Ну, ВК-то точно всегда есть, это вот прям 100%. Это последние все вот, значит, окружные соревнования смотрел, когда всегда есть. И, кстати, когда кто-то записи не вел, то вот при подаче, значит, апелляции рассматривали это, то есть останавливали запись или прям вытаскивали кусок записи из этой вот, там же веб-камеры стоят около рингов, и из этих камер и просматривали материалы. И на моей памяти все-таки, вот я, видимо, соврал чуть-чуть раньше, да, сказал, что никогда не было никаких проблем. Нет, вот как-то вот была ситуация, и реально очень быстро и оперативно спортсмену разрешили продолжить бой. Вот была какая-то ситуация. Правда, вот я, честно говоря, не помню, она была связана с таким моментом спорным. Но и то, она, я говорю, эта ситуация была связана не с тем, что спортсмен мог бы продолжить бой, там, условно говоря, после там, того, как получил нокдаун, там, или его засабмитили, а он как-то себя это повел определенным образом. Вот, что там кричать стал потом, я бы мог там, да, вот, нет, там была ситуация, вот, если не изменять мне память, такая, что спортсмену проводили, или он проводил сам боевой прием, взаимный, там, на ноги, либо спортсмену проводили болевой прием, и вот тот, кому проводили болевой прием, он терпел, там оставалось буквально, ну, его это плохо взяли на болевой, он прямо реально его спокойно переносил без всяких эмоций, абсолютно, и оставалось буквально 5 секунд, и он из-за того, что ему сказали терпи 5 секунд, он типа радостный, там от радости вскрикнул там типа хорошо там, мол, типа сейчас все. А рефери, который видел только его затылок, посчитал, что этот возглас, это была ситуация для сдачи. Вот здесь рефери как раз просто не видел этот момент, что тот крикнул. Причем он не должен был бы, потому что там все было понятно, что вообще болевой-то не получается. Вот. Но тем не менее, вот так вот он был вынужден остановить бой, а раз остановил бой, проводился болевой прием, остановил из-за вскрика одного из атлетов, то тот, кто вскрикнул, соответственно, это сигнал о сдаче. Потому что любая там вот такая ситуация, она по положению для самих трактуется, как спортсмен сдался. И тут сразу же поднавалил народ. Ну, кстати, тут видели еще и арбитры боковые эту ситуацию. И было куча народу, которые еще видели. И записывали. А нет, вот они не записывали тогда, кстати, на телефоны там или какие-то камеры. Вот как раз тогда вот остановили или не остановили, а просто вытащили кусок записи, которая шла в прямом эфире. Просмотрели, быстро все было, в течение буквально 5 минут все это решилось. И спортсмену разрешили продолжить бой. Ну, вроде все равно проиграл. Но, потому что, понимаете, проблем не было. Но это вот такая ситуация, вот прям запомнилась, там одна такая была. А в остальных ситуациях там все понятно, ну. Все конкретно, все понятно. Но чаще всего бывает тогда, когда по мозгам дадут кому-то, по башке. Вот. И видно, спортсмен падает, потому что как бы нокдаун. Другой к нему подлетает, и вот сейчас вот, а тот падает вообще, прямо раскрытый полностью. Сейчас видно, что он
в глубоком нокдауне находится, и понятно, что сейчас ему в открытую башку нанесут 2-3 удара, и там уже не нокдаун будет, а будет точно глубокий нокаут, и еще к тому же и самки сломают, может, и нос, и челюсть, и еще что-нибудь. Вот. И, конечно, рефери тогда бой останавливает. А спортсмен буквально через 3-4-5 секунд, там, или пока там меня позовут, там, я выскакиваю в ринг, смотрю, там, дал на шатырь, он понюхать, он прямо это подскакивает уже, не надо ничего нюхать, я там все, я там, я бы мог. Ну, он, понятно, лицо сохранить хочет. Там. И представитель этой команды в углу находящийся тоже начинает говорить: да что вы остановили, он бы сейчас бы кинулся бы его добивать, а у нас, знаете, как борется борец, он специалист по бразильскому джиу-джитсу, он специально упал, он и ждал, чтобы тот на него кинулся, он сейчас его бы засабмитил бы, сейчас бы обвил бы ему треугольник, ля-ля, фа-фа, и все, не, ребят, ну тут обмануть невозможно никого, тут все понятно совершенно. Видно, что человек падает, у него глаза в разные стороны там вообще, или вообще закатил. Упал, да еще башкой стукнулся, либо там на канатах повис шеей, либо на топкан ласа ринга стукнулся головой, когда падал. Ну какой там этот контроль? Нифига он вообще не контролировал абсолютно. Ладно бы он еще бы на противнике висел. Там еще можно было бы предположить, что он там виснет, обожмется и сейчас немножко в себя придет, перетерпит и еще продолжит. Но когда он от удара в челюсть отлетает, как мячик, и садится на жопу и вообще на спину падает. Ну, тут все понятно. И, конечно, здесь же не профессионалы дерутся. Это же очевидно. И здесь прежде всего играет роль то, что спортсмены должны сохранить свое здоровье. Профессионалы дерутся за деньги. Они зарабатывают этим деньги. Профессиональный риск, обоснованный ради шоу, зрелища, ради денег и всего остального, ради своего рекорда и всего такого прочего, имеет смысл. Может быть. Вот. Потому что от того, как он себя повел, сдался, не сдался, и все такое прочее, вырубили его по-настоящему, или он все-таки там отказался там, от боя сам, зависит от того, какие будут с ним заключать дальнейшие контракты, как его будут оценивать, и все такое прочее. На соревнованиях же любительских это не имеет значения, вот эти вещи, вообще никакого, ни в чьих глазах, кроме как каких-то дурачков. Вот. Потому что атлет, прежде всего, должен сохранить не только свое лицо. Лицо это понятно, но он и сохранит его, потому что нормальные люди понимают. Он должен сохранить здоровье. Потому что, ну вот смотрите, какая ситуация бывает. Ну вот, предположим. Ну нет, здесь такое, это не сработает. Но вот, понимаете, что... Он вылет, ну вот, да, пример, сами положим. Предположим, на Токруге вышли в финал два нотатлета. И по положению, тот, кто первое место занимает на округе, он попадает на чемпионат России. А кто второе место занимает, тот попадает на Кубок России. Привет, привет, Дарья. Вот, попадает на Кубок России. И, конечно, все хотят попасть на чемпионат. Возникает ситуация, вот как я вот рассказал. Будет по голове, рефери там останавливает бой из-за того, что тот в нокдауне сейчас его добьют. Тот говорит: не, я бы там все, я бы, это мой последний бой в этом чемпионате, ну, в этом чемпионате. Я бы тут бы сейчас бы собрался, выложился бы, рискнул бы, и все такое прочее, все. Вот. На самом деле его бы сейчас бы просто по-серьезному грохнули бы. А вот чемпионат и кубок, они скоро, там, предположим, через месяц всего лишь, буквально. Вы понимаете, что вообще по положению после тяжелого сотрясения мозга, серьезно, если она сам слабая, а нокдаун это самый, ну, не очень выраженная, может быть, да, атлет не может принимать участие в соревнованиях месяц, это ну, по-нормальному, это по-правильному. А при серьезной черепно-мозговой травме, а нокаут это уже серьезная черепно-мозговая травма, он может принимать участие в соревнованиях, я не помню сколько точно, по-моему, там от 2 до 2,5 месяцев. И то есть фактически, если ему там надо ехать будет на кубок, тот же самый, который происходит, предположим, через 1,5 месяца или через 2, то он, в принципе, на него права ехать не имеет. Если все по-правильному будет делаться, его просто не выпустят и все. А когда-то до этого дело дойдет. Это вот сейчас пока не хватает какой-то степени контроля за этими вещами, потому что не хватает специалистов, кто-то не хватает. Не хватает врачей, которые бы вели эти самые дневники там,
по спортсменам, реестр весь этот вот, кто, когда, каким образом проиграл, какую получил травму, когда он может выходить, но когда-то до этого дойдет, обязательно, то есть станет все более профессионально, и до этого дело дойдет обязательно, и что тогда? Надо сейчас уже правильно работать начинать, да нет, ну и ладно, это мы по формальному признаку смотрим, хрен бы с ним по формальному, а по неформальному, вы что думаете, формальные вот эти вещи все? Они и как рассматриваются? Просто с точки зрения там соблюсти букву закона? Да нет, это придумывалось прежде всего, опять же, из тех же самых медицинских соображений. То есть человеку нужно восстановиться. Если он будет постоянно с отрясами биться, не восстанавливаясь, что из него получится через 2 года такой жизнедеятельности? Да он даже при всем желании, если захочет даже потом из любителей уйти в профессионалы, он прежде всего уйдет в профессиональные, ну, инвалиды по голове. А еще он не всю жизнь пробудет все равно в профессионалах. Ему надо как-то дальше будет там устраивать свою жизнь, там, либо на тренерской деятельности, либо где-то еще. У него башка, блин, отбитая в хлам будет. Там же кисель будет вместо мозгов. Понимаете? Вот. И кому такой специалист нужен будет? Да никому. В общем, понимаете ситуацию. Все на самом деле сложно, очень. Все непросто. Все непросто. Потому, конечно, судьи все работают с учетом того, что должно все быть просто чики-пики. Никаких проблем, чтоб не было. Так, вот и все, я приехал. Вот. Ну, чего я хочу сказать еще? Поэтому... Да все, наверное. Все, наверное. Ничего больше. К тому, ну, по крайней мере, назад поеду. Расскажу, может быть, еще что-нибудь. А пока все. А вы, напишите там отзывы свои по поводу того, что вы считаете по этому поводу. Должен ли боец там биться до последнего в любительских боях? Или все-таки... всеми силами судьи, по крайней мере, потому что боец, если там это волевой, он всеми силами будет пытаться сохранить свое лицо, как он это считает, и лучше будет задушен или со сломанной рукой, или вырублен, чем типа сдастся, хотя это глупо на самом деле, в любительских боях. Либо судья должен все-таки, несмотря ни на что, останавливать такие бои и думать о здоровье спортсмена, который на самом деле потом окажется только благодарен этому судье. Вот давайте обсудим эту тему, будет интересно. Всем пока. Пишите.